Очень обалденный привод. Так, сейчас проверяем. Гора очень крутая. Вон хвостик у нас чуть земли не цепляет. Так. Пробуем. Так, поехали. Хоп. Все закрылось. Открываем. Открылся. Еще раз пробуем. Вот гора. Большущая. Пробуем. Тянет вообще сильно. Все. Очень обалденный привод. Даже тормоз. Оп, все. Появился новый привод, называется Кайман. Вот так он выглядит. Новый дизайн. Плюс его — это железная шестеренка. Там внутри находится. У него несколько режимов скоростей. Есть фонарик. Все работает, все нормально. Закрывается. Также открывается. Вот такой вот маленький аккуратный кайман. Итак, мы установили привод Кайман на новый Ford Transit. Обратите внимание, у нас уже проведены определенные изменения в конструкции. Для более компактной работы привода мы укоротили тягу опоры, а также рычаг привода примерно на 13 мм. А также обратите внимание на то, что на самом рычаге привода появилась декоративная накладка, которая более эстетично выглядит в салоне, ну и как бы не мешает пассажиру во время работы привода. Все отлично работает, замечательно.